Познакомимся с коронными болевыми приемами и фирменными комбинациями наших ведущих дзюдоистов. Техника борца экстра-класса обязательно в чем-то самобытна и присуща только данной личности. Не следует ее слепо копировать. Нужно брать для себя только то, что органично впишется в твой стиль, в твою манеру бороться. После неудачной попытки броска через голову выполняется рычаг локтя. В момент приема идет защитный упор рукой в татами. Затем, используя захват противника, Соколов накрывает его сверху. Сейчас показ ведет заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион Владимир Невзоров. Атака из положения нижнего, после чего будет проводиться рычаг локтя. Обратите внимание на работу ног. И снова, из, казалось бы, незавидного положения нижнего, Невзоров проводит болевой. В зависимости от сложившейся ситуации и реакции соперника, данный прием выполняется как на правую, так и на левую руку. Еще раз обращаем ваше внимание на активную работу ног. А теперь свои коронные приемы демонстрирует мастер спорта международного класса, заслуженный тренер Советского Союза Юрий Курицын. Вот он проводит рычаг локтя сверху ногами. Разумеется, это можно сделать и рукой. Впрочем, посмотрите на вариант. Один рукой, а два ногами. Действие атакующего зависит от его расторопности и от того, где находится ближняя рука противника. Если не получился захват ближней руки, атакующее действие переносится на другую руку. Ситуация позволяет уложить соперника на живот, выключить плечевой сустав, после этого, контролируя противника, вести болевой. Если один вариант не получается, тут же надо использовать другой. Снова вы видите, как атакующий, придавив татами противника своим весом, полностью владеет положением. Проводит рычаг локтя рукой. Затем левой ногой и правой. При необходимости атакующие действия можно перенести на дальнюю руку. А сейчас, защищаясь от броска через спину с колен, Курицын захватит руку противника, перевернет его и проведет рычаг локтя. В комбинации переход от одного приема к другому должен совершаться без лишних движений. И опять
защищаясь от попытки проведения броска через спину с колен, курица, имея захват руки, проводит рычаг локтя. А это рычаг локтя из положения нижнего. Для его выполнения нужно, используя захват от ворота, зафиксировать его и из-под руки провести рычаг. Один из способов защиты. Уход от удержания поперек рычагом. Здесь нужно не только фиксировать руку на шее, но и головой контролировать руку. Еще один способ. Уход от удержания сбоку. Отжав голову, нижний переходит на рычаг локтя. Сейчас мы уже видим другой вариант выхода на рычаг локтя из положения нижнего. Теперь защита от удержания со стороны головы. В этом положении противника нужно приподнять упором живот и перевернуть. А дальше, как говорится, дело техники. Колено следует подводить под живот глубже. Контрольные схватки – это ответ на вопрос о проверке тренировочного цикла и о степени подготовки борца к соревнованиям. Упорная борьба. Попытка провести удержание. Бросок через спину и моментальное продолжение. Преследование болевым. Пока идет напряженная борьба, отметим, что нужно не только чувствовать, когда созрела ситуация, улавливать мгновение для выполнения болевого, но и самому создавать положение для проведения этого приема. Что нам и демонстрирует один из борцов. Следующая контрольная схватка. Кстати, за исключением именно контрольных схваток, борцы выполняли приемы почти без противодействия. И этот поединок заканчивается болевым. Как тут не вспомнить чемпионат мира в Эссене, где наши дзюдоисты словно забыли о существовании этих эффективных приемов. Не был исключением и Вараев, номер 455, который тоже не использовал это действенное оружие.